Всем привет! Сейчас записываю видео, как найти полезные аксессуары в своем личном кабинете. Заходите на сайт Oriflame, с правой стороны кнопка «Войти», вводите свой логин, пароль, заходите в личный кабинет и нажимаете на поддержку продаж. Нажали. Сбоку листаете вниз, ищите. Так, что здесь у нас полезного есть? Вот пробники, каталог бизнес-аксессуаров. Давайте здесь посмотрим. Открываем. КБА имидж, распродажа, распродажа, поддержка, пробники и так далее. Нажимаем КБА имидж. Что здесь прикольного? Смотрите, пакетики всевозможные, блокнотик, шарики и так далее. Мы ищем с вами на самом деле визитки. Смотрите, маечки, ежедневник, шариковая ручка. Так, здесь визиток я не вижу. Давайте искать дальше. Нажимаем стрелочку назад. Выбираем. Так, еще раз каталог. Давайте распродажу посмотрим. Что-то ничего нет в распродаже. Кончилось. Еще раз. Каталог. Поддержка продаж, обучение. Так, нашли блокнот для заказов. Но это вам не надо. Кстати, лопаточка очень крутая вещь. Вот план успеха. Далее. Очень шикарная книга «Навыки успешного консультанта». Вот эти шикарные штучки для раздачи клиентам. Что-то визиток я не вижу. И вот эта шикарная вещь, курс «Навыки успешного лидера». Давайте попробуем так вот, визитки. Визитки. Нет, визиток нету. Может быть, их сейчас просто нету. У меня был какой-то старый код визиток. Где бы его найти только теперь? Скорее всего, визиточек просто нету. Но посмотрите, что есть здесь полезного. Вы для себя обязательно найдете то, что вам нужно. И полюбите свой личный кабинет. Посмотрите, как здесь всего много разделов. Главная страница поддержка продаж. Это один из вообще лучших разделов, да, сколько здесь всего есть. Есть раздел «Мой бизнес». Тоже залазите, на каждую нажимаете кнопочку и смотрите, что здесь интересного есть для вас и для развития вашего бизнеса. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.